А перед просмотром этого видеоролика советую вам подписаться на канал Fnatic GTX. Парень снимает отличные видосы по МТА, в основном играет на Смотре и на Радмире, делает очень много конкурсов, всегда общается со своей аудиторией и канал оформлен очень симпатично. Так что, ребята, ссылочка на него будет в описании, переходите, поддержите парня. Подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Ребята, хочу вам напомнить, что в моей группе ВКонтакте, ссылочка на которую, естественно, будет в описании, проходит розыгрыш совместно с Fnatic GTX. Мы разыгрываем для вас 5 миллионов вертов плюс 3 автомобиля с обновы. В случае, если вы выиграете автомобили, забрать вы их можете только лишь на третьем сервере. В случае, если вы выиграете денежный приз, вы сможете его забрать на первом и на третьем сервере смотра МТА. Так что, ребята, переходите, участвуйте, шанс победить есть у каждого. Удачи в розыгрыше! Ребята, насколько вы знаете, вышло обновление на смотра МТА 1.3. С ней добавили огромное количество автомобилей, разные трассы, но что самое интересное, как по мне, добавили новые работы. Это сборщик яблок в саду и инкассатор. И сегодня я поработаю на них и сделаю вывод, где же работать выгоднее всего. Какая работа за 30 минут принесет вам больше всего прибыли. Надеюсь, этот ролик будет вам полезен. Если это так, обязательно поставь лайк и подпишись на канал. А мы начинаем. Первая работа – это сборщик яблок в саду. Работа довольно интересная, надо подумать головой, разрабатывать свою моторику, чтобы вовремя нажимать на нужные буквы. Как вы видите, VASD, кнопочки надо нажимать, но имеются свои нюансы. Никогда не исключайте человеческий фактор. На этой работе, напоминаю, нельзя в этой области кататься на автомобилях. За это будут сажать в тюрьму. Сегодня уже 6 человек отлетело в тюрьму. Например, как вот этот молодой человек. Ребята, для таких есть отдельное место в аду. Специально для таких людей. Так что, ребята, если вы мой подписчик и смотрите это видео, даже если не подписаны на меня, напоминаю, на этой работе на автомобилях нельзя ездить. Даже по территории по этой. За это сажают в тюрьму на 30 минут. Вас сажают, мутят, и 30 минут своей жизни вы потеряете в никуда. А, работа довольно-таки интенсивная, надо очень много бегать. Поработал я на ней, к сожалению, всего лишь 15 минут. Но к той сумме, которую я получу, просто увеличим ее в 2 раза. Тут зависит еще от удачи, сколько яблок вы соберете. Поэтому точную сумму сказать невозможно. Но я так понимаю, то, что приблизительно это выходит 160 тысяч вертов за 15 минут работы. А вот за следующую проделку, ребята, можно улететь и на целый час. Посмотрите, вот что сделал человек. Он целенаправленно заблокировал выход, чтобы другие люди не могли пройти и нормально, адекватно поработать. Так делать, ребятки, нельзя. Поэтому будьте адекватнее, уважайте других игроков и не залетайте на огромные скорости на работу, забивая всех на своем пути. Администраторы за этим следят, модераторы также следят. Возможно, какую-то систему добавить, но, скорее всего, я так подозреваю, что будут за всем следить модераторы и будут следить очень пристально, потому что эта работа стала сейчас на данный момент самой популярной. Итого, за 15 минут работы мы получили 87 тысяч 20 рублей. Если поработать 30 минут, простая арифметика, мы можем получить около 164-174 тысяч вертов. Следующая работа – работа инкассатором. Работа чем-то напоминает работу дальнобойщика с некоторыми нюансами, скажем так, с некоторыми отличиями. Вы доезжаете до метки, где вам надо забрать деньги, надо выйти из машины, забрать деньги, положить их в машину и двигаться дальше. В каждом городе примерно по 5 точек.
То есть вам надо будет проехать общим счетом около 15 точек по всем городам. И когда вы проезжаете все точки, возвращаетесь на метку, вам выплачивают вашу зарплату. В данный момент я получил 166 824 рубля за 30 минут работы, ребята. Так что какая работа прибыльнее и интересней, решать только вам. Ребятки, огромное спасибо вам за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам будет полезен. Если это так, обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Я стараюсь сделать довольно-таки познавательный и интересный контент. Ребятки, еще раз всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!